И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Сок Яблочный, Ари Киллер, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово, пацаны. Здорово, пацаны. Сегодня мы играем в Гаррис Мод на карте FNAF 2. Я буду аниматроником, пацаны будут выживать. А, эта рубрика называется у нас «Аниматроники пугают охранника». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем выживать. Пацаны, ваша главная цель продержаться... Сейчас я засеку время. У нас будет ночь, 8 минут. Помните, да, парпа? Я же телепортироваться должен, да? Вот, кто в маске, не буду убивать, а кто без маски, убиваю. Я. Отлично. Будем находиться в подсобке. Да, в подсобке тоже не мочу. Все, я ушел. Пошел. Буду разными приходить. Так мы еще ни разу не играли. Попробуем, что с этого получится. Они все же, да, так четко тпхаются? Некоторые криво. О, давайте попротив Фокси. О, кстати, давайте будем по красоте сейчас отыгрывать. У нас еще есть вот такой вот. Он тпхается? Кто ты? Молчите, все молчите. Стоим на месте. Он не любит шум. Правильно, откуда ты знаешь? Я... У меня книги есть, я FNAF знаю весь. Ты книжки по FNAF читал? Да. Все пять. Ну, вот там... молодцы. Ни одного шума не издали. Вот молодцы. Там охранник дышит, я слышу. В маске. Ой, что за жопа. Ставьте лайк, Оси. Подписывайтесь на канал. Потому что ролики выходят каждый день. Так, сейчас подождите, мы возьмем кого-то другого. Странно, что другие аниматроники стоят. О, давайте будем брать и безобидных. Безобидные тоже прикольные. Кликните на него, кликните. Ты кто такой, уйди отсюда. Никакой так, я жизни не трачу. Все, я ухожу. Ай, сильно. Если вы будете так обижать аниматроника, я позову более жестче, злого. Так что вы зря. Но он после себя кровавый понос какой-то оставил. Опа-па, я иду с музычкой. Мне нравится, что можно разнообразить сюда Гаррис Моде разные фишки делать. Давай, давай, лупаш. Вот это на лупаше, нормально. Блин, страшно. А чё, нормально же играет, смотри как чат. А, все. Так, он в маске. В маске, в маске, капхед не в маске. Я это вижу. Успел двери закрыть, просто успел. Ладно, ладно, ладно. Музычка нормальная лупашит. Пришел с музыкой и ушел. Я не могу тпхаться за него. Играем, играем, играем. Кстати, анима... чтобы спастись от Rockstar Bonnie, нужно гитару спрятать. Так, я не могу, да? Сейчас подождите, давайте подождем. И концовочка. Да, я не могу тпхаться. Блин, да опять нажал. О! Хоп! Прикольная музычка, мне нравится. Он добрый и рок может лупашить. Опа-па. Песенка прикольная. Опа. А чё, вы его боитесь, что ли? Ты чё без маски? Я тебя убью сейчас. Давай. Она так уже. Я же свечу на тебя. Да ну блин. Або я тебя убью. Я не могу убивать почему-то. Ты чё, офигел ты мне? Вот так значит, ты меня видел. Я с ними по-доброму, просто играю, веселюсь. Блин, это безобидное. Хорошо, хорошо. Сейчас хэда, немножко кофе. Ой, музыка наложилась, одна на другую. Я иду, пацаны, ждите. У меня нетка? Нет. Беги оттуда! Вныкался где-то. Так, куда, откуда ты знаешь? Чё ты читаешь мои мысли? Я вас сейчас поймаю все равно. Ах ты! Где я увидел? Кто меня обидел?
дурачок, что ли? Настроение как сюда отлично, зря ты, зря. Ты же знаешь, ты вообще не до того нарвался. Я же очень могу быть злым аниматроником. Дали с монетки, а? Протонули. Да, монетку ты зря злишь меня. Как только вы начинаете меня мочить, я начинаю вас мочить. Бери монетку. Так. Нам так, явно так, это не выходит. Блин, надо взять какого-то аниматроника, который лазит пополам. Я слышал звук, нет. Уйди отсюда. Скелет? Давайте исследуем. Да что ты, короче, пацаны, у меня что-то там в жопе застряло, не могу. Там близ. Ты что-то странно работает. Ты чего? А, вот так ты, значит, со мной, подлец. Я тебя спасти хотел. Все, твоя монетка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тикай, Димка. Давайте, убивайте этого же аниматроника. Если сможете. Темочка нужна. Отлично, первый пошел. Третий сидит, то ли. Ты где? Ну-ка иди сюда. Он убил. Так, хорошо. А такого? Пусть я кровавый помню. Ты что, поменял что-то на то? Да, я другого взял. Которого будет вам очень сложно убить. Слышь, выходи, кто там? Вот так ты со мной? Хорошо. Блин, пацаны, что такое со мной? Он на топу. Извини, обстоятельства. Иди, иди отсюда. Я побежал. Убегай. Разбийник. Нет. Да. А, вот так, да? Хорошо. Вы меня злите опять, да? Хотите разозлить меня? Убить, а не разозлить. Охоту открываю на охранников. Я ему устал. Извини, обстоятельства. Вот так, не бояться охранников. Эй, ты куда стреляешь? Эй, больно же! Ай! Слышь, твои пули аж рикошетят к вам туда-назад. А за что ты его убил? Так, пошел, пошел. Пацаны, осторожно, вдруг меня найдете. Вентиляция лезет. Ой-ой-ой, это было жестко, мне нравится. Где-то в толкане, что ли? Нет. Лучше, бери, бери немножко лучше. Мочу мои монетки. Осторожно, осторожно. Поломаешь карту новую. Так, побежал. Ну куда ты бежишь от меня постоянно? Ой-ой-ой, монетка делает чудеса. Кому-то бошку прострелил. Я не вижу ее. Пацаны, ладно, я вам подскажу. Знаете, где я? В толкане. Нет, я в вашей подсобке. Где? В смысле? Ладно, иди сюда. Слышь, ты что, мне бомбу на морду приклеил? Двери закрой, а то холодно. Так, так, так. Что он будет делать? Блин, а что, двери простреливают? А, двери не простреливают. На. Мочи, мочи. Разбийник. Их, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!